Друзья, всем доброго времени суток. 17 августа 2024 года. Время 16:15. И мы в Витязево по улице Черноморской. Я приближаюсь к паралии, карочке паралии в 30-градусную жару. Так, еду пляж Валиград Дель Мар Инг, надеюсь показать, и заодно посмотреть пляжный волейбол. Вот такие сегодня планы. Друзья, 17-е, но народу меньше не становится, видите, Южный проспект кишит машинами, отдыхающими. Ну, скорее всего, спад уже после 25-го пойдет, после 25-го, как я сначала думал, что после 20-го, но, наверное, реальное ощутимый взглядом спад потока отдыхающих будет после 25 августа. А пока до 25 еще неделя. Неделя моря, пляжа, веселья, отпуска, отдыха. У кого что. Друзья, о том, что не уменьшается поток отдыхающих, говорит о том, что вот я поставил машину, уж видите, отъехал от базы отдыха «Слава» аж возле прачечного комплекса «Витязя». Да и, кстати, многокилометровые пробки на подъезде в сторону Черного моря. Также говорят о существенном потоке отдыхающих, которые все прибывают и прибывают. Я так понимаю, что и до 20 сентября будет хороший наплыв. Хотите, поизучайте географию регионов. 34, 72, 80, 159, 152, 197, 193 наш краевой, 161, 53. Друзья, ну вот как-то у меня под одним видео был обмен комментариями о том, что мусорок не хватает. Я согласен, что очень-очень мало мусорок. Вот я съел мороженое, несу бумажку. Я уже не знаю, сколько несу. Полкилометра, наверное. Но там у пляжа, вот я точно знаю, в начале пляжа будет мусорка. Но, может, надеюсь, все-таки раньше будет. Но представляете, то и так каждый должен отдыхающий все это носить. Ну, где вот проходы к морю, где массовые скопления людей, должно быть много мусорок. Но этого, к сожалению, нет. Это главная беда наших курортов. Ну и вот, как я и предполагал, ближайшая мусорка, которую я знаю, которая есть, это вот при входе на пляж. Да. Посмотрите, сколько людей. Время почти 5 вечера, сколько идут на пляж с пляжа. Так, друзья, ну вот, пляж Лог Витязь. Следующий у нас пляж идет Волейград. Следующий идет Корунда Фэмили, а потом пляж Дель Мар Инг. Давайте я пройду через Дель Мар Инг, коротенький обзорчик его сделаю. Ну, а сори, я тут спутал же, я сейчас другой проезд заехал, поэтому Дель Мар Инга, конечно же, там нет. А уже пляж там Атлантик Бич. Всем привет, 17 августа 2024 года. Финал всероссийских спортивных соревнований до 15 лет. И вот четвертьфинальные, полуфинальные пары играют. Здесь у нас разминочка, разминочки.
искупался я, друзья. Водичка 26,5 градусов. А тем временем вот бананы предлагают 500 рублей посадочное место человека. Детки 3-4 года бесплатно. То есть раньше 700 было. И скидки в связи с концом сезона. Ну и вечером, вечерние сеансы делаю, полежали. Смотрите, сразу полненький банан за 500 рублей, за 700. Менее активно набирался. Скидосы делают свое дело. Это где? Это возле пляжа Волиград и Каруда Фэмили. О, ветерок, ветерок неприятный, когда выходишь из моря. А так все комфортно, классно. Вот пляж Каруда Фэмили, коротенький обзор. Это у нас пляж, детский пляж Глобус. Здесь дети отжимаются. Санаторий Глобус. А это у нас пляж Каруда Фэмили. Хороший отель, но пляж обычный. Взрослые дети до 14 лет 1000 рублей. Также кто желает совершить морское путешествие, кто желает. На весике лежачки, ничего особенного. И здесь, как я ее называю, бесполезная территория. Ни волейбольной сетки, ни футбольных ворот, ни каких-то горочек, еще развлекательных площадок. Переодевалочка. Это все Каруда Фэмили. Каруда Фэмили, отель, резорт и спа. Так, на сегодня обзор пляжа Витязева заканчиваю. Лайки, комментарии, все как всегда.